Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю для вас соус из тыквы. Абсолютно осенний рецепт. Рецепт очень вкусный, очень простой. Для приготовления соуса сначала нужно запечь или отварить порезанную тыкву. Отварить до состояния мягкости. Я ее варю. Это примерно где-то 10 минут после того, как она закипела. Затем я должна сложить в блендер эту тыкву, сливки, пармезан и те специи, которые вам нравятся. Осторожно с солью. Если вы очень любите соленое, то, конечно, да. Но сыр, он всегда соленый. Я вам предлагаю сначала сделать без соли соус и попробовать, добавлять вам потом соль или нет. Ну вот, пожалуй, все, мои дорогие друзья. Этот соус просто роскошно сочетается с самым обычным вареным картофелем, с мясом, с курицей, с рыбой. Очень вкусно его подавать и горячим, и холодным. Ну что ж, спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.